Всем привет, всем доброе утро, реально доброе утро, давно я не вставала в 7 часов. Я сегодня проснулась не по будильнику, а раньше, не знаю, мне не спалось, к тому же дверь родительская, короче, из моей комнаты к родителям была открыта, у них там будильники звонили, они раньше меня встали, поэтому я сама тоже раньше встала. Седьмой день недели влогов будет сниматься не на камеру, а на мой телефон. Потому что я очень-очень долго думала все-таки взять мне с собой ноутбук для монтажа, чтобы я смонтировала седьмой день недели влогов, потому что я не успеваю дома это сделать. В итоге я подумала то, что, ну, как бы, как я это все буду делать, не знаю. Решила, что у меня же есть телефон, есть сейчас приложения на телефоне прекрасные, которые позволяют монтировать. Поэтому я снимаю влог на телефон. Надеюсь, мне хватит памяти для того, чтобы зарендерить это видео. И выставлю через телефон. И все, проблем нет. Самое главное, чтобы еще был интернет. В общем, я очень сильно переживаю за это все, но надеюсь, что мне повезет. Неделя влогов выйдет спокойно, без происшествий. Кстати говоря, на улице очень сейчас жарко. Мама вышла на балкон, несмотря на то, что утро, она уже говорит то, что будет пипец какая жара, а мы едем в сторону Волгограда, переезжаем в Волгоград. В Волгограде явно теплее, чем в Саратове, потому что ближе к морю. Вот, не знаю, надеюсь, мы не запаримся в дороге. Что смотреть? Не попить машину. Может, приедешь, спроси. В общем, все, утро началось, мы с мамой вышли, сумка, продукты, все здесь, я уже в шлепках новых, которые мне велики. Маме, кстати, она вчера мерила как раз. Заселяться в дом. Тут гамак, здесь вот такая дорожка. Короче, я не знаю, ночью я вам сейчас тут не поснимаю, как выглядит все это. Вот. Но сниму завтра обзор рентур дома. Вот такая вот терраска. Здесь можно сидеть, допустим, кушать, что-нибудь делать, такие вот дела. Вот. Дальше здесь стол, диванчики. Идем дальше. Вот такой вот симпатичный столик. Вот, тоже всякие кресла, а вот они, да, пруд, можно прыгнуть. Вот вход, здесь тоже стол обеденный, камин, бильярд. Смотри. Все, короче. Офигеть. Рия, будешь бильярд? Бильярд огромный. Вол. Медведь. А? Снимай. Я буду бильярд, по крайней мере, офигеть, я буду. Офигеть, он как настоящий. Настоящий волк. Серьезно? Это настоящий волк. Офигеть. Такое ощущение, что сейчас побежит. Это настоящий волк. Я не хочу его трогать. А медведь? Нет. Тоже настоящий? Да. Серьезно? Он настоящий медведь? Да. Тима, вот, смотрите, он настоящий. Я помню, вон когти. Да. Ты ж помнишь, что это хата деда? Он реально такой на ощупь? Да. Это медведь. Да. Офигеть. Я никогда не трогала медведя. Капец. Бильярд, все дела. Поиграем завтра, да? Ну, сегодня ночью поиграем. Да?
Тут живые животные, вы представляете? Ну, да, они живые. Но выглядят как живые, мне их страшно трогать. Я подхожу к Волгу, и такое ощущение, что он меня просто сейчас укусит. У меня все, катушка. Ой, блин. Тут как не повернешься, какая-то живность. Сейчас вам покажу. Это дом, короче, принадлежит охотнику. Принадлежал и принадлежит. Да. Вот, собственно, в одной комнате раз живность, два живность, третья живность. Ну, вот кабан. Кабан, да. А четвертая живность. Это просто капец. Короче, ребят, мы уже находимся в домике. Обошли, все посмотрели. Заселились. Вот, мы будем спать вчетвером. Ну, в общем, в следующем влоге, в завтрашнем, я вам все покажу, расскажу при свете дневном, потому что сейчас очень плохо видно. Я буду уже снимать на камеру следующий влог. Вот, чтобы вам было хорошо все видно. Вот, и причем еще будет дневной свет, поэтому все будет чики-пуки. Хочу поблагодарить вас за просмотр и сказать, что неделя влогов закончилась. Спасибо, что были со мной эту неделю. До скорых встреч. Мы встретимся очень-очень скоро с вами. Не забывайте подписываться, оценивать это видео, писать комментарии. И всем пока-пока.